готується вийти на заміну. Готується увійти до цього непростого матчу. Гармаш підвівся самостійно і побіг дуже швидко за бокову. Да, смотрите внимательно, Андрей, что происходит. Гармаш самостоятельно покинул так, поле. Так. По правилам, без разрешения арбитра, никто не может покинуть футбольное поле. Можешь упасть, можешь лежать. Могут... Друга жовта для Дениса Гармаша. За что? Получается, две карточки, очень глупых карточки. Денис, ну надо же включать мозги уже. А вы бачите, какие разборки? Ну это, да, это непонятно уже, почему так реагируют Алиев и Семин. Все по букве закона. Претензии только к Денису. Ну надо читать иногда книжки, иногда читать правила футбола. Не все знают правила, Александр Александрович. Ну разве так можно на футбольном поле думать о чем-то своем? Все, подвел команду. Потенциальный игрок сборной. Как можно говорить, вот сейчас смотрит Олег Блохин, который всю жизнь, 20 лет на высочайшем уровне проиграл и собирает команду по крупицам сборную. И он должен ориентироваться на игрока, который не знает правил футбольных. Как можно такого человека приглашать в сборную и выставить его против сборной Франции или против сборной Англии? Після того, як другу жовту Юрій Вакс показав Денису Гармашу, Юрій Сьомін на емоціях пробив, так у нього бутилка була, по бутилці пробив, вибив її на поле. Одразу ж Олександр Алієв сказав своє «я» і кинувся на тренерський штаб Донецького Шахтаря, зокрема на Олександра Спиридона. З'ясовувати стосунки, хоча я так розумію, що якраз Олександр Спиридон намагався пояснити і роз'яснити футбольні правила. Александру Алиеву, Юрию Семину. Ну а зараз же Юрий Семин, Ну вот теперь рассказывает ясне, тренеру. Ну как тренер доверил ему серьезнейшей игре. Ну что-то показал, кому там убежал. Ну и... Тем более, понимаете, в нашем чемпионате то были прецеденты такого. Снимали футболку раньше времени. Самсон, вот, по-моему, вот. Игрок Днепра, Инкун снимал футболку. Но... здесь, на этом стадионе, Коста, получали карточки на ровном месте. Зараз так мило спілкувалися Андрій Шевченко і Мирчу Луческу, а тільки-но, це на повторі було тільки-но, Андрій Шевченко так з емоціями виводить з поля Дениса Гармаша, тому що Ну, Андрей, наверное, наверняка сталкивался с такими ситуациями в итальянском чемпионате и с таким уровнем игры, напряжением. Там таких матчей гораздо больше. Он все это уже... Ну, скажем так, подвійне вилучення вилучено и Юрий Семин. Юрий Семин вилучений Юрием Ваксом, арбитром матчу, знов-таки за эмоции. І жовта картка. Пощастило, що жовта картка Олександру Алієву. Пощастило, що жовта, хоча ми бачили, як в боях без правил діє Олександр Алієв. Дуже емоціонально Алієв. Чоловік, який знаходиться на лавочці, він такий же ігрок, як і полевые. І має вести точно так же по правилам. Має бути вдячним арбітру цьому епізоді Олександру Алієву.